Вот эта нечисть, она ползает по трубе и переползает. Непонятно, что. Ежедневно Галина надевает перчатки, разводит хлорку и вымывает в туалете дождевых червей. Незваные ползучие гости регулярно наведываются и в душевую. Мы вот здесь вот моемся с ребенком в ванне. Она его очень боится. Да, да. По мнению жильцов общежития, причина появления червей та же самая, что и вот этого грибка на стенах – сырость. Она, в свою очередь, образовалась из-за ветхих труб и прогнивших полов. В таких условиях живут 44 семьи. Решить проблему своими силами не получается несколько лет. Нет слов и сил уже просто говорить, как мы живем, просто вообще невозможно. Грибок полностью весь дом съел. Маленькие дети все стоят на учете в больнице номер один с астмой. Мы живем, люди уже в возрасте, вы знаете, невозможно самим уже своими силами делать ремонт. Мы не знаем, за что мы платим деньги. Абсолютно не знаем, что. Деньги приличные, только мы не видим отдачи абсолютно никакой. Туалет, душевая, кухня, коридор и сам подъезд являются местами общественного пользования, за которые несет ответственность управляющая компания. Ежемесячно за ремонт одна семья платит в среднем 100 рублей. Как считают жители, эти средства уходят в неизвестном направлении. Примерно раз в неделю владельцы комнат предпринимают очередную попытку выяснить, куда именно. Послушайте теперь. Куда вы дели деньги? Ремонт вы не делаете, деньги вы взяли. Ответ. За что? За что? Как за что? Вы деньги взяли? Смотрите, есть такое, как строка содержания, правильно? Первая строка есть, содержания. Да. Которая входит там... Читали расшифровку? Что входит? Писали заявление? Я вам задала вопрос. Места общего. Вы ничего не сделали. Послушайте. Вы не побелили. Места общего. Вы просто деньги берете. Послушайте. И сидите в кабинете. А мы живем среди червей. В ближайшее время будет созван совет дома. А специально созданная инициативная группа займется сбором подписей под заявлением, в котором жильцы будут просить, чтобы им поменяли управляющую компанию. Татьяна Веретина, Мария Кириллова и Александр Мокин. Новости сейчас.